Скажи мне, что по игре, по игре. Не знаю, вот можешь сказать по своей цели. Можешь сказать о том, что для тебя было удивительным, например, или... А, ну это я и так знала. Ну, открылись те преграды, которых я, в принципе, не подозревал. Но на самом деле они есть. Я больше понял то, к каким качествам надо стремиться для достижения моей цели. А скажи, какие преграды вот оказались такими действительно неожиданными? Где же это? А, то есть ты их не помнишь, да? Я такие неожиданные, что я их не помню. Хорошо, хорошо, ничего. А можешь сказать, что тебя особенно порадовало? Порадовало. На этом пути? Затрудняюсь. Затрудняюсь? Да. Затрудняюсь ответить. Хорошо, затрудняйся пока ответить. Теперь почему я считаю, что у вас такая группа индивидуалистов. Пока каждый не дошел до конца, каждому нужно было действительно проделать свой путь. Как таковой групповой работы не было. Меняться вот этими искрами осознания на чужую боль вы начали как-то поздновато, скажем так. Да? Можно было сделать это раньше. Ну, это тоже такой комментарий просто. Это неплохо, не хорошо. Я просто объясняю, почему. Цели у вас у всех. Вот вы можете обобщить это сами? О чем они?